Привет, друзья! Министерство обороны Грузии получило первую партию испанских многоразовых гранатометов С-90 производства компании «Инсталаза». Гранатометы серии С-90 были поставлены и на Украину. 90-миллиметровые гранатометы С-90 начали разрабатывать в 80-х годах, и с тех пор они модернизируются. Гранатомет способен пробивать до 500 мм стали и 1000 мм бетона. Проверил гранатомет на полигоне сам министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Дальность стрельбы гранатомета в зависимости от боеприпаса до 350 метров по точечным целям и до 700 метров по площадным целям. Гранатомет оснащается оптическим и оптоэлектронным прицелом E-Vision с возможностью выбора прицельной сетки в зависимости от варианта используемого боеприпаса и кратностью увеличения в 2,5 раза. Гранатомет может оснащаться прибором ночного видения и тепловизионным прицелом. Вес гранатомета около 5 кг. Цена гранатомета С-90 около 2100 евро. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.